Пинск присоединяется к республиканской акции «15 лет проходим гостехосмотр вместе». Акция приурочена юбилею создания унитарного предприятия «Белтехосмотр». В пятницу, 27 июля, на диагностической станции Пинска, расположенной по улице Черняховского, первому, 10 и 15 клиенту, приехавшему пройти техосмотр своего автомобиля, вручили сувенирную продукцию. С 4 июля по 6 августа в Беларуси проводится республиканская акция «Проходим техосмотр вместе». Акция приурочена к 15-летию со дня создания унитарного предприятия «Белгостехосмотр». Сегодня мы прибыли на станцию, диагностическую станцию номер 131, где 27 июля каждый, кто приедет пройти техосмотр, первый, 10 и 15 автовладелец получит памятные призы. Мы сегодня спросили у Владимира Алексеевича, основная цель прохождения техосмотра. Основная цель прохождения техосмотра – безопасность на дорогах, чтобы не допустить технически неисправный транспорт к участию в дорожном движении. 28 июля 2003 года приказом Минтранса Республики Беларусь было создано унитарное предприятие «Белтехосмотр», перед которым была поставлена задача комплексного решения вопросов организации управления и координации системы гостехосмотра, развития сети диагностических станций и ведения единой базы данных. Водители еще помнят, что до образования унитарного предприятия «Белтехосмотр» ТО проходили в ГАИ. Необходимо было за месяц записаться на прохождение и ждать. С ростом автомобилей в стране прохождение техосмотра стало настоящей проблемой для автовладельцев и колоссальной нагрузкой для госавтоинспекции. Поэтому и было принято решение организовать унитарное предприятие «Белтехосмотр». И вот 15 лет они уже успешно работают. Станция 131 – это станция для легковых автомобилей. Работает на ней 3 человека. Оборудование немецкое, Маха, фирмы Маха, предназначено для проверки технического состояния легковых автомобилей. С какого года работает ваша станция? Наработали своих клиентов? Да, клиенты как бы уже распределились по станциям, хотя многие еще пытаются на одну, другую, третью, четвертую, там как, где. Но станция работает с 2006 года. И работает нормально. Первый, 10 и 15 клиент станции в этот день при прохождении техосмотра получили еще и памятный подарок. Небольшой подарок. Спасибо большое. Отдел техосмотр. Спасибо большое. Честь 15-летия нашей организации. Спасибо большое. Большое спасибо. Пожалуйста. Я очень рад. Даже не ожидал, что подарок. Когда машина исправна, то и себя, когда чувствуешь, то, кажется, более-менее увереннее. И надо проходить, я считаю, потому что это жизнь, это все-таки же и сам едешь, и как будто каких-нибудь, допустим, там друзей, товарищей подводишь, это что, отвечаешь за это все. Вот, я считаю, что обязательно техосмотр проходите. Республиканская акция «Проходим техосмотр вместе» продлится по всей стране до 6 августа.